Три улицы в центре Тюмени сегодня стали односторонними. Это Симакова от Герцена до Урицкого, улица Кирова от Ленина до Герцена и Герцена от Тургенева до Челюскинцев. Здесь уже установлены соответствующие дорожные знаки, однако водители не хотят их замечать. Эти новшества – второй этап изменений дорожной модели города. 21 января на односторонний режим перейдут еще два участка. Володарского будет в направлении улицы Тургенева в сторону военкомата с выходом на республику, Хохрякова в сторону улицы Профсоюзная от улицы Симакова. Первое время на улицах с изменившейся схемой движения будут дежурить наряды ГИБДД. Инспекторы помогут сориентироваться водителям в новых дорожных условиях.